Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы продолжаем тест. Немножко я подкачал героев на архидемоне, потестируем водушку. И я надеюсь, не сорвется у нас архи, потестируем на вот таком вот архидемоне наш состав с расколом на тыковке. Так, давайте немножко я вот подкачал 12-й прорыв. Были камешки. Сейчас мы поставим героев. Так, вроде все нормально. Давайте первый тест сделаем вот такой вот на тыковку. В принципе, без разницы, мастер клинка. Сейчас я гляну, у меня там есть пиромах. Есть, отлично. Сейчас мы поставим его на тыковку. Так, есть стрелок. На стрелка тоже пиромаха поставим сразу, чтобы с дальнего расстояния появлялся, не бежал. А также я поставил пиромага на осмо. А, еще не поставил. Сейчас поставим, сольем. Еще на космо поставим. Вот как раз отлично. То есть посмотрим максималку. Так, тут есть. Так, что у нас тут по эмблемам? Ну, нет, убрали, это самый оптимальный вариант. Даже улучшим вот так вот на девяточку. Так, ну вроде все, поехали. Посмотрим. Так, будем стартовать с укротителя, опять же. Самое главное вовремя. Так, где наш укротитель? Вроде успели. Самое главное, ну, вроде он не должен срываться. Смотрим. И следующий заходик попробуем воодушку опять с таким же, ну, с такой же, таким же составом. То есть мы просто поставим воодушевление этой карте. Тут у нас получается эмблемы от смотрителя, которые дают дополнительный удар и 19 секунд. В принципе, где-то плюс-минус так же идем. Все зависит от того, как он будет включаться. Видите, сейчас немножко включился и мы уже меньше бьем. Ну, космо в данном случае самый оптимальный вариант, так как у него паралич практически всегда, как видите, срабатывает. То есть у огника еще есть варианты, что, ну, с огника меньше урон будет, это однозначно, потому что тут больше все-таки время действия скилла. Вот видите, на переходе получается он включается. Посмотрим, что у нас два уже есть. Сможем ли мы перебить предыдущий рекорд водушкой? Тут у нас получается добавился один пиромах, плюс добавился раскол на тыковке. То есть это дополнительный урон. Ну, я уже вижу, что результат должен... Ой-ой-ой-ой, включился. Ну, ничего, вроде спаслись. Результат должен быть получше уже. Это, конечно, не максимальные, не 30-е прорывы. С 30-м прорывом можно было бы еще больше набить, но все равно результат должен быть лучше в разы. До 5 почти дотянем.
35, а там было 25 или 26 секунд. Ой, отлично. Ну, все, как видите, зависит от того, как удачливым будет, станется, не станется. Вот было несколько моментов, когда мы потеряли разгончик, скажем так. Ну, практически до 5 доходим. Интересно, что будет с ладушкой. Ну, плюс-минус, надо все-таки прорывы докачать. И 4, 1, 8. Хорошо, пробуем воодушевление. У нас есть смотритель, как видите, даже. Ставим 9-е воодушевление сюда. Все, поехали. Я надеюсь, оно сейчас не сорвется. Так. Смотрим. Смотрите, какой разгон уже. Сразу на 50-й секунде у нас уже разгон приличный. Возможно, воодушка реально топовая в такой сборке. Сейчас посмотрим на результат конечный. Смотрите, 20 секунд, тот же самый вариант. Сейчас посмотрим, как будет удачный заходик или нет, но разгончик приличный. Может и не будет уступать. Все-таки там шанс. А тут получается быстрый разгон. Кто его знает. Это надо формулы смотреть, там вычислять. Ну, разгон был явно виден, что быстрее намного разогнались в начале. Посмотрим, как это отобразится на окончательный результат. Ну, я по чуть-чуть у меня задумка здесь довести героев на архи всех до 30-го. Не хватает, к сожалению, книг. Это нормальное явление на русском сервере. Нехватка книг, да, все равно не успеваем немножко. То же самое, где-то плюс-минус результат будет. Видно заметно, что не всегда проскакивает максималка 500. Так, ну 39, 38, 37, 36. Такой же где-то плюс-минус переход. Блин, и опять, видите. Но тыковка в таком случае разгоняется побыстрее с воодушкой. То есть 9-я воодушка 45, там раз-два, и она уже разогналась. Даже если ее застанет. Посмотрим, сможем ли мы 5 набить. Но пока вроде все идет отлично. То есть воодушевление показывает себя, мне кажется, получше даже. Правда, мы не успеем, надо прорывы 30-е. Давай 5. Ничего себе, смотрите. Ровно 5. Вот так вот. Вот вам воодушевление, ребят. Непрокачанные прорывы, но мы набили 5. То есть исцеление, воодушка. В итоге показали результат намного лучше. К сожалению, там мы уже больше не успеем затестить. Там фактически доли секунды. Видите? 5-0, доли секунды. Там 2 секунды мы бы перебили бы результат. Ну, мне нравится то, как... Какой у нас разгон. В общем, надо пробовать все-таки воодушевление. Тестировать будет и на английском сервере. Вот такие вот пироги. Поехали, у нас еще есть шансы на яйке. Надо поразбивать, позабирать плюхи.
Может, что-то интересное вытащим. Давно я уже на русском сервере не играл. В акции. О, ничего себе, землеройки и осколки. Некроса можно словить. Да, как-то скудненько падает, конечно. Если сравнивать с английским сервером, это печаль. Мертушка. Ну, хоть что-то. Так, поехали дальше. Еще себе сумку дали отсюда. А вдруг шанс, и мы сможем, вдруг скин на стрелка выпадет. У меня 40-50. Потестим вот. Не хватает одной монетки. Получить. Ой, еще и. А ну какие интересно там сумки. А, тут шестые, нет, шестые все-таки. Чик. Ну дайте на вот скин. Есть, ребятушки. Вот так вот, ждите видосика со скином на готика. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.